Дорогие друзья, мы рады, что вы снова с нами. Мы приветствуем всех вас на изучении уроков субботней школы с Заокским адвентистским университетом. Нашему вниманию сегодня предлагается урок номер 4, озаглавленный следующим образом: «Очи Господни. Библейское мировоззрение». Со мной в студии преподаватели Заокского университета Кемиль Кемиль Ялышев, Елена Львовна Рудой и директор нашей школы в Заокском Аришко Сергей Владимирович. Я ведущий Зайцев Евгений Владимирович, директор Института библейских исследований и преподаватель кафедры теологии Заокского университета. Итак, еще раз напомню тему нашего урока сегодня: «Очи Господни. Библейское мировоззрение». Первый вопрос, который бы я хотел обратить нашим экспертам: что мы понимаем под мировоззрением? Какой смысл обычно вкладывается вот в это слово «мировоззрение»? Пожалуйста, что вы можете сказать? Ну, вообще есть очень много образов, сравнений, которые помогают нам понять вот этот механизм, который работает в сознании любого человека. То есть мировоззрение – это своего рода очки, можно сказать так, через которые человек видит мир. И в зависимости от того, какого цвета очки, какой они толщины, диоптрии, таким он видит этот мир. Как человек представляет те законы, по которым, скажем, функционирует общество, функционирует вот, человечество. А можно сказать, что под мировоззрением понимается то, как человек отвечает на ключевые, базовые вопросы бытия. Ну, например, какие это вот вопросы, какие могут быть вопросы, такие вот базовые, основополагающие? Я бы сказал, что мировоззрение помогает человеку ответить на эти вопросы. То есть мировоззрение – это как раз-таки те предпосылки, это та информация об этом мире, которая указывает человеку, что есть что. И когда человек задает базовые вопросы, как вы сказали, то вот это мировоззрение как механизм работает в его сознании, чтобы обеспечить ему представление о том, какова реальность. То есть вы хотите сказать, что прежде чем ответить на эти вопросы, мировоззрение уже должно быть сформировано? Совершенно верно. А как оно тогда формируется? Это тоже интересный вопрос. Да. Вопрос, наверное, все-таки в очень раннем возрасте формируется мировоззрение. Формируется именно родителями, окружением детей и учителями. Я на себе могу вспомнить опыт начальной школы, когда мой классный руководитель в начальной школе рассказывал о том, что, ребята, есть два взгляда на мир. Угу. Материалистический, говорит, это мы. Так. Это значит, что в первичном будет материя. Так. И есть идеалистический взгляд, когда сначала это там, за границей. Они считают, что первичная идея. Кто-то, а потом вторично материя, да. Я соглашался, что да, все правильно, материя – это первичная. Я соглашался, потому что учитель сказал, она в авторитете, она абсолютный человек, который учит человека. И я соглашался с этим. Но приходит время, когда начинаешь знакомиться с Священным Писанием, и все становится на свои места. И ты понимаешь, что все-таки Библия, она учит идеалистическому взгляду на мир, что первична идея. Так, спасибо. Ну вот, возвращаясь к нашей полемике с Кемиль Кемильевичем. Вот, скажем, ребенок задает вопросы родителям своим, потом учителям в школе. Папа или мама, а Бог есть? И папа или мама отвечают либо: да, сыночек, да, доченька, Бог есть, либо: нет, никакого Бога нет, это все сказки. И таким образом закладывается определенное мировоззрение в сознании ребенка. Но оно закладывается как результат ответа на вопрос. Что такое хорошо и что такое плохо? Помните, да, у Маяковского? Крошка сын к отцу пришел, спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо? Это тоже мировоззренческий вопрос. И в зависимости от того, как на него ответит отец, будет формироваться мировоззрение этого мальчишки. То есть в любом случае, наверное, мы не должны противопоставлять эти вещи. Попытка ответить на базовые ключевые вопросы нашего существования, человеческого бытия и мировоззрения. Потому что мировоззрение, оно как раз-таки и формируется под влиянием вот этих вопросов.
что есть этот мир, откуда он появился, что есть человек, откуда человек, что есть жизнь, в чем смысл жизни, что есть смерть, что есть добро, что есть зло, что есть Бог, каков Бог. Вот ответы на все эти вопросы, они и формируют определенное мировоззрение. И вы правильно заметили, Сергей Владимирович, что все великое множество вот этих мировоззренческих схем, подходов, школ можно объединить в две большие группы. Материалистический подход, материалистическое мировоззрение, согласно которому первична материя, сознание появляется позже, как высшая форма организации материи. Вы учились в светских вузах, наверное, помните все это. Идеалистическое мировоззрение подразумевает первичность идеи или сознания, или разума, души, вселенского духа, как угодно, в случае, значит, с христианством, с иудео-христианством, первичность Бога, да, который открывает себя в истории спасения. А материя, материальный мир, он уже вторичен, он производен по отношению к Богу. Ну, конечно же, мы с вами будем сейчас рассуждать в рамках именно вот идеалистического мировоззрения, согласно которому первично духовное начало. Духовное начало. Для нас этим духовным началом является Бог. И мой первый вопрос к вам. А что есть Бог и каким мы его себе представляем? И на основании чего, простите, что это не единственный вопрос, и на основании чего формируется наше представление о Боге? Итак, что есть Бог, и на основании чего формируется наше о нем представление? Конечно же, учитывая то, что наш урок называется «Библейское мировоззрение», мы однозначно отвечаем на второй вопрос, что наше представление о Боге формируется на основании Священного Писания, на основании Библии. Почему? Потому что мы понимаем Библию как Божье откровение, как откровение Бога о себе самом. Если бы не было вот такого откровения, что бы мы могли сказать о Боге? Вот если бы вне Библии? Да, вне Библии. Вне Библии. Ну, наверное, каждый человек, вне зависимости от того, какие представления ему дает общество или семья, приходит к этой мысли о том, а что же есть за пределами моего сознания, за пределами этой реальности. И чаще всего без, скажем, такого откровения прямого, конечно, возникает представление о нечто, о ком-то, который вне пределов нашего сознания, вне пределов нашего, того, чтобы мы могли достигнуть его, осознать. То есть это некая тайна, которая сокрыта как бы от нас. Ну, вот, да. Наверное, в большинстве своем такое представление возникает о Боге у людей, у которых, скажем, нету такого ясного понимания, откровения. Ну да, и издревле, вот, скажем, античные философы пришли к идее Бога как абсолюта. То есть Бог – это некая точка абсолюта. Она точка, есть. Точка совершенства, да. Вот к этой идее приходит человеческая мысль, желая как-то абсолютизировать что-то. Вот. И этой точкой абсолюта как раз-таки вот является Бог. Но, понимаете, это абстрактная идея. Вот точка абсолюта – это что-то абстрактное. Конечно. Да, сегодня, если спросить у человека, вы верите в Бога? Да, я верю в то, что что-то есть. Вот-вот. Да, что-то есть, что-то есть. Можно я вмешаюсь? Да, пожалуйста. Вот я просто пришла к Богу, уверовала, достаточно взрослым человеком, это уже были студенческие годы. И как раз пришла именно потому, что вот весь порядок вещей, все то, что складывалось вокруг меня, внутри меня, меня не устраивал, не удовлетворял. То есть, ну что, вот сколько мы проживаем, а дальше что? То есть вот так вот живешь, учишься, работаешь, а потом конец? Мне это не устраивает. Потом не устраивает некая несправедливость уклада всего в жизни. Я думаю, ну кто-то же это все устроил, и вот, ну, хотелось поговорить, разобраться в этом. И вот я думаю, как раз вот какое-то вот
скажем, такое добиблейское мировоззрение, угу, все равно вот выталкивает тебя на мысли, угу, о том, что ну, не может быть, что все варится вот в одном котле, угу, и никакого-то вокруг ничего этого не существует. Но я считаю, что вот, конечно, так очень вот людей, да, выталкивает, ну, скажем, в эту, на эту мысль. Что за этим, да, стоит? Кто за этим стоит? Да. Вот как раз Елена Львовна очень хорошо проиллюстрировала то, что происходит в сознании многих людей. То есть у многих людей в процессе познания себя, осознания себя, кто я в этом мире и для чего я живу, возникает вопрос. Хорошо, если только я, если все устроено только на уровне материи, какой смысл всего? Все, угу, пленно, все приходящее, совершенно все несовершенно. Да. И вот, наверное, приходя к этой точке, к этому пониманию, этой точке абсолюта, у людей, как некоторые авторы говорят, просыпается этот голос или эхо вечности, угу, которое заставляет его задуматься о том, с кем связано сознание, угу, и жизнь нашего общества, сознание человека и наш мир. Спасибо. Да, да, еще может быть проблема в том, что общее откровение, оно достаточно искажено грехом. И человек, угу, понимает, что да, должно, невозможно, чтобы все окружающее нас в мире оно возникло просто так. Но реальность такова, что тот, кто это все создал, достаточно жестокая личность. И у человека складывается впечатление, да, возможно, Бог есть, возможно, это правильно, но что-то здесь не так, потому что все идет неправильно. Mm-hmm. Смерть, страдания, болезни. Mm-hmm. И нуждается в корректировке вот такого мировоззрения. Но история и окружающий мир говорит, есть Господь. То есть за всем этим стоит, и люди понимают. Да, вы затронули сейчас очень серьезную мировоззренческую проблему, проблему теодицеи, существования зла в мире, который сотворен Богом, о котором сказано, что он любовь, всемогущий, добро, и он есть любящий. Да, да. Как вот совместить, да, присутствие в мире зла с Богом, который есть любовь и который всемогущ. Но мы, если успеем, еще вернемся к этому. Итак, наше представление о Боге, как мы уже сказали, в рамках библейского мировоззрения формируется на основании того, как сам Бог себя открывает в Слове Своем, в Священном Писании. Я хотел бы сейчас, Елена Львовна, попросить, mm-hmm, вас прочитать отрывочек из книги «Исход» 34 главы с 5 по 7 тексты. Здесь как раз-таки Бог себя раскрывает в имени Своем, которое было объявлено еще ранее, в 3 главе книги «Исход», да, в пустыне Моисею, который лицезрел вот этот необъяснимый феномен, несгораемый куст. И оттуда, из этого несгораемого куста, к нему обратился голос ангела Господня, как оказалось, это голос самого Господа. И на вопрос Моисея, как имя твое, прозвучало вот как раз-таки это «Я есмь сущий», да, «Яхве», в еврейском это тетраграмматон, известное, четыре согласных. Что это значит? Чем наполнено вот это имя? Каков смысл этого имени? Вот это раскрывается в ответе Моисею на горе Синай. Пожалуйста, прочитайте. «А Господь сошел на гору в облаке, и когда Моисей стал там перед ним, объявил, что значит его имя Господь. Проходя перед Моисеем, он сказал: Господь, Господь, Бог, сочувствие полный, Бог милосердный, долготерпеливый, в любви неизменный и верный, который в тысячах поколений являет любовь свою неизменную и прощает беззаконие, преступление и грех, не поступаясь, однако, справедливым наказанием виновных. Он из детей и с внуков взыскивает за грехи, что родители им передают до третьего и даже до четвертого поколения, продолжающих отвергать его». Спасибо. Вот мы видим здесь как бы раскрытое, да, обнаженное, если можно так сказать, имя Яхве. Оно наполнено определенным содержанием. Бог себя раскрывает в своем имени, как Бог любящий, милосердный, прощающий, да, долготерпеливый, справедливый, да? И наказывающий. Да, да, потому что он справедлив. И, конечно же, вот все эти характеристики Бога откровения, они отражают отношения, которые складываются между Богом и человеком, потому что именно таким Бог проявляет себя в отношениях.
в отношениях с человеком. И это подчеркивает личностную природу Бога откровения. То есть это не абстрактная, Бог – это не абстрактная категория, это не чистая идея, это не какой-то абстрактный разум, дух, да? Бог – личностное существо по природе, потому что он вступает в отношения с миром своего творения, и в этих отношениях он себя проявляет вот таким образом. И то, что у него есть имя, как раз-таки подчеркивает лишний раз его личностную природу. Итак, на первый мировоззренческий вопрос, что есть Бог и каков Бог, мы с вами ответили. Следующий вопрос у нас возникает. Что есть этот мир и откуда? Откуда этот мир? Что отвечает нам на этот вопрос, скажем так, наука? И что на этот вопрос отвечает Библия? Ну, гипотез вообще в науке много. Да, именно гипотез. Особенно из самых корневых, потому что это и вселенский взрыв, и бесконечная какая-то эволюция, которая, в общем-то, точки отправления тоже, ну, трудно ее найти, но очень много разных теорий. Инопланетные какие-то есть. Ну да, объяснить, конечно же, происхождение мира невозможно, и никто не в состоянии. Для того, чтобы однозначно сказать, откуда этот мир, это нужно провести такой эксперимент, который бы подтвердил мою гипотезу. Да, даже... Но ни одна из существующих ныне гипотез, выдвинутых в связи вот с этой идеей возникновения нашего мира, космоса, Вселенной, доказано быть не может, поэтому все это остается на уровне гипотез. Но что говорит нам Библия на сей счет? Откуда мир? Прочитайте самый первый текст Библии. Бытие 1.1. Да. В начале сотворил Бог небо и землю. Берешит, бара, Элохим. Да, так начинается на еврейском. В начале Бог сотворил небо и землю. А небо и земля – это еврейская идиома, которая означает все сущее, все, что есть. Все, что есть. То есть, согласно библейскому мировоззрению, мир появился в результате чего? Слова. Слово. Какого? Творческого слова, творческой активности инициативы. Бога. Да, Бог сотворил. Пожалуйста. Я бы хотел добавить, что, наверное, еще одним из путей постижения или понимания, осознания этого мира, в котором живет, находится человек, является опыт. То, как человек соприкасается с миром, с, скажем, с вещами, с обстоятельствами. И вот как раз-таки через это соприкосновение, через этот опыт и возникает понимание, что такое наш мир. Он злобный, он агрессивный, он, скажем так, этот мир направлен против человека, или же это мир, который имеет определенную идею, имеет определенный замысел, имеет определенные законы. Вот. И мне кажется, это очень важный момент как раз-таки в контексте понимания библейского мировоззрения, потому что Бог не только декларирует, каков Он и как был наш создан мир, но Бог имеет еще, скажем, вот это намерение соприкоснуться с человеком, помочь человеку понять свое предназначение, понять вот его замысел. И вот это очень важный момент, которому Священное Писание призывает нас во многих местах. Вкусите и увидите, как благ Господь. Попробуйте. В другом месте Господь говорит, испытайте меня. Попробуйте. И вы увидите, как действуют мои законы. Спасибо. Да. Вот не секрет, что во многих философских школах существует представление о порочности этого материального мира. Что материальный мир порочен именно злой, именно в силу своей материальности. Эта идея восходит еще к Платону. Вот согласно библейской концепции мира, согласно библейскому мировоззрению, можно ли считать, что вот материальный мир действительно злой, плохой, порочный, именно в силу того, что он материальный, противопоставляется вот чему-то духовному? Ну, исходя книги «Бытие», когда Господь все творил, после каждого дня творения он говорил «хорошо, весьма».
Он радовался тому, да. что выходило из его рук. Отворил материальное. Отворил да, материальное, да. в конце концов. И когда он отходил, знаете, вот его ощущение от творческой деятельности, это было ощущение удовлетворенности глубочайшей. Mm-hmm. Понимаете? Mm-hmm. То есть сам Господь говорит, хорошо весьма. Это настолько высокий эпитет, что mm-hmm. можно себе только представить, что идеальный мир, вышедший из рук Божьих, это было что-то абсолютно совершенное, которое у нас даже не укладывается в нашем представлении, как это все вышло красиво. Спасибо. Ну, поэтому мы не можем назвать его угу. не идеальным, порочным. То есть изначально... Конечно, то есть конечно. Он изначально как бы, все, что Бог все творит, было совершенно да, но идеально. В результате да, 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 последующих да. событий. Итак, отвечая на вопрос, что есть этот мир, откуда этот мир, с позиции Божьего откровения, Священного Писания, а мы, формируя именно библейское мировоззрение, говорим, что мир не сам по себе, он не развивался в ходе многомиллионной, многомиллиардной эволюции вот, от низших каких-то форм к более совершенным, а мир – продукт творческой активности Бога. Мир появился в результате того, что Бог сказал и появилось – как мы этого не знаем, мы бессильны постичь вот эту тайну творческой силы Божьего Слова, но мы на веру принимаем то, что сказано в самом начале Священного Писания. Вначале Бог сотворил небо и землю, то есть все, в том числе и нас с вами. И вот мы подходим теперь к следующему мировоззренческому вопросу, что есть человек? Угу. Что есть человек и откуда? Человек. Ну, не секрет, что со школьной скамьи нам внушали мысль, что наши предки, да, наши предки человекообразные обезьяны, вот, и мы произошли тоже в ходе такой вот длительной, да, многомиллионной эволюции от приматов. Да, в ходе этой эволюции формировалось сознание, разумная деятельность, да, и вот сегодня мы те, кто есть дошли те, кто есть, да. До состояния. Так, но что говорит Священное Писание по этому поводу? Как отвечается в Библии на этот вопрос? Что есть человек? Кстати, есть такой прямой вопрос, да, в 8-м псалме. Что еще? Что ты помнишь что его? Что есть человек, да, что ты помнишь его, да, и там дальше такая ода в честь человека. Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, да, все положил под ноги его. Вы представляете, какая разница между вот таким восприятием человека, библейским восприятием человека, и восприятием человека вот в этой дарвиновской модели, эволюционной модели, да, где человек, по сути дела, представлен как животное, да. угу. движимое, по сути дела, теми же инстинктами порою. Вот. И, конечно же, вот это библейское восприятие человека, оно нас поднимает, оно возвышает нас на такую ну, просто недосягаемую для всего живого ступень. Человек иной по сути, иной по природе своей. Угу. Он не животное по природе своей. На каком основании мы утверждаем вот эту инаковость человека? То, что он действительно другой, он иной, он отличается от всех других живых существ. На каком библейском основании? Ну, наверное, да. опять же, об этом говорит книга «Бытие», первая глава, где mm-hmm. говорится, что Господь создал человека по своему образу и подобию. Замечательно. То есть человек является своего рода отражением да. образа и подобия Бога. Да. И если бы интересно, что Бог создает его в шестой день недели, а седьмым днем является суббота. Mm-hmm. Это первый mm-hmm. день, когда Бог встречается лицом к лицу с человеком, и они проводят вместе время. Угу, получается, угу. венцом творения всего является человек, и угу. целью творения это является общение с Творцом. Угу. Аминь. Этим да. он отличается угу. от всего предыдущего сотворенного животного, живого и да, неживого мира. Замечательная мысль. Да, человек сотворен Богом, он не продукт животного происхождения, простите, человек
сотворен по образу и подобию Божию. Конечно же, это очень сложная богословская концепция, образ и подобие Божие, и ну, среди богословов нет единства в понимании того, что это значит быть по образу и подобию Божию. Но тем не менее, это свидетельствует о том, что человек уникальное существо. Человек уникален в силу своего происхождения по образу и подобию Божию. И вот такое происхождение человека, безусловно, накладывает на него определенную ответственность и за себя, и за тот мир, в который человек помещен. Как вы думаете, в чем заключается ответственность человека и, по сути дела, в чем смысл человеческого существования? Для чего вообще человек на Земле? Это тоже мировоззренческий вопрос. Ну, уже было сказано о том, что Господь создал его по своему образу и подобию, и таким образом человек отражает определенные категории Бога. И вот одна из таких категорий, она представлена в первой главе книги «Бытие», это 26 стих, где говорится: «Создадим человека по образу нашему, подобию нашему, чтобы властвовал он». Человек в своем творении, в своем действии, он отражает вот это, скажем, и где-то творческое начало Бога, и где-то его властное начало. То есть человек был назначен... Владычество, да, владычество, в синодальном периоде. Да. Человек был назначен своего рода управителем, ответственным за этот мир. И вот это господство... Оно подразумевается не, имеется в виду не, скажем, потребление, не потребление, а как раз таки вот забота. Да, пожалуйста, участие. Вторая глава, да, пожалуйста. С 15 текста. Да, человек в Эдемском саду, за которым помещен был в Эдемском саду, за которым тот человек должен был ухаживать и который должен был беречь. Да, да, замечательно. Беречь. Вот это очень ценная мысль. Ухаживать, особенно... то есть не только владычествовать, конечно, да? Конечно. А если ты владычествуешь, ты за это за все отвечаешь. Совершенно верно. Владычество подразумевает заботу, опеку. Участие. Да, участие, сбережение. Вот эта мысль библейская, эта часть библейского мировоззрения особенно актуальна сегодня, да, в эпоху экологического кризиса, когда человек просто довел вот эту планету, которую Господь верил ее в руки, до состояния кризиса, экологического кризиса, потому что относился к этому потребительски, варварски, хищнически, вот беря, а взамен отдавая только вот продукты своей жизнедеятельности. Наверное, результатом того, о чем вы говорите, стала как раз-таки вот эта гуманистическая концепция, идея того, что человек, он во главе всего, и все для него. И только для него. И вот эта, скажем, такая идея потребления, она и исходит из того, что человек – это как центр, но он не является центром. Конечно, конечно. И вот здесь мы подходим к следующему мировоззренческому вопросу. Что есть зло? Вот не секрет, что мы живем в мире далеко не совершенном, в мире, где очень много несправедливости, очень много бед, очень много горя, страданий. Мы сталкиваемся с природными какими-то, да, бедствиями, катастрофами, с этими стихийными бедствиями. Мы сталкиваемся с несправедливостью в человеческом сообществе. Да, это эксплуатация, насилие, жестокость, братоубийственная рознь, войны, кровопролитие. Ну, Ясно, что не таким Бог сотворил этот мир, не таким Он хотел видеть этот мир. Почему вот Он такой? Это один из мировоззренческих вопросов. Что есть зло и откуда зло? Вот что, да, ну, конечно же, в философии нет ответа на этот вопрос. Да, и ответ, что добро и зло извечно сосуществуют вместе, он нас, конечно, не устраивает. Ну, да. Да, оно очень популярный. Да, это драйв некоторый, да? Не было бы зла, добро бы откуда проявилось. Конечно, как знать, что есть добро, если мы не знаем, что такое зло. Да, и сколько быть этому добро, обязательно зло будет. Вот что говорит нам Священное Писание на сей счет? Что есть зло и откуда зло?
сюжет? Ну, наверное, все-таки проблема, ну, грех, да, мы говорим. Mm-hmm. Это есть идея греха, мы знаем идею грехопадения из книги «Бытие». Mm-hmm. Но мы до конца не понимаем, насколько ужасна природа греха. Мы mm-hmm. ее только можем понять в свете, опять же, откровения Священного Писания и смерти Христа на кресте, с одной стороны. Но с другой стороны, то, что грех делает с человеком, мы сегодня начинали сегодня чтение с mm-hmm. текста о том, что Бог будет наказывать за грехи mm-hmm. отцов до третьего и четвертого рода. Эти грехи, они настолько меняют сознание человека, что вот это мировоззрение, вкладывающееся в поколение, оно приводит к большим проблемам, которые Бог хотел бы это все исправить и изменить. Но проблема греха сегодня, она накладывает отпечаток на человечество, на животный мир, на окружающую природу. Вообще весь мир, он произвели такие в нем метаморфозы, что на сегодняшний день то, что мы сегодня имеем, это результат. Вы вот очень часто упоминали слово «грех», но слово «грех», оно, наверное, уже не знакомо современному читателю и слушателю. Зло понятно. Зло понятно. А грех? Вот что есть грех? Если попытаться определить грех, что есть грех, так вот в целом, в общем, что мы под этим понимаем? Что есть грех? Разделение с Богом, с одной стороны. Это главное, да. Это и разрыв с Богом. Беззаконие. Да, да. Грех есть беззаконие. Нарушение Божьего закона. В сути своей грех – это разрыв с Богом. Разрыв нормальных, здоровых отношений, вот тех отношений, о которых свидетельствует суббота. Когда Бог успокоился от дел своих, и это был день общения, день встречи Творца со своим творением. Нам даже невозможно себе представить уровень, качество вот этих отношений, потому что мы действительно живем в условиях греховной реальности, греховной действительности. А грех разрушил все связи. Он не только разрушил наши связи с Богом, с Небесным Отцом, Богом, он разрушил межчеловеческие связи. Вот все вот эти проблемы социальной несправедливости, да, насилия, жестокости, эксплуатации, дискриминации – это следствие разрушенных отношений с Богом. Вот. Угу. И, конечно же, мы понимаем, что невозможно решать эти проблемы, начиная вот с этого социального уровня, если мы не решим главную проблему наших отношений с Богом. Да. Пожалуйста. Я бы хотел еще такую мысль подчеркнуть, что зачастую люди, имея определенную, скажем, матрицу мировоззрения, они не могут найти ответы на вопросы, которые возникают вот вследствие того, что происходит напряжение между тем, что человеке заложено, и что он видит. Mm-hmm. И вот это как раз-таки тот момент, когда происходит смена мировоззрения. То есть мировоззрение, оно может меняться. Мировоззрение может быть сломлено, да, mm-hmm. может быть разрушено в силу mm-hmm. каких-то обстоятельств. Mm-hmm. И вот как раз-таки картина, которую показывает Священное Писание, она помогает восстановить вот это правильное понимание этого мира, Бога и человека. Угу. То есть вот и задача, как раз мы говорим, христианского образования состоит в том, чтобы помочь сложить эту картину, сделать ее цельной, гармоничной, угу. чтобы вот это объяснение, понимание нашего мира, оно давало правильные моральные устои, правильные моральные основы. Вы подвели нас к последнему вопросу, который мы хотели бы обсудить в рамках библейского мировоззрения. А как решить проблему существующего зла? И есть ли выход из этой ситуации, ситуации зла? Ну и опять же, вот мы проводим различия между внебиблейской картиной мира, как она пытается mm-hmm. решить проблему зла, и библейским мировоззрением. Ну, есть оптимистические картины и достаточно пессимистические картины будущего. Одной из оптимистических картин является утопия коммунизма. Мы все ей переболели. То есть мы наивно полагали, что человек сам своими силами может решить все социальные проблемы, построить общество. В отдельно взятой стране. Да, равенство, братство, счастье всех народов. Но эта идея лопнула, как мыльный пузырь. Вот как в Священном Писании представлена концепция спасения мира от зла.
И что является центральным вот в этой библейской картине спасения? Или лучше сказать, кто является центральной фигурой в библейской картине спасения мира, человечества от зла, греха и смерти? Пожалуйста. Вообще, мне кажется, вот тут же та же самая проблема, о которой вы как-то сказали, когда мы рассуждали о грехе, что, может быть, для современного человека вот это понимание или категория спасения, она непонятна или чужда. От чего нас спасать или что, кто нас должен спасать? Ну, конечно, это нужно почувствовать себя погибающим, чтобы понять, что ты нуждаешься в спасении. То есть каждый человек должен осознать свою греховность, свою порочность, свою смертность, чтобы испытать эту тягу, эту потребность в Божьем спасении. Я согласен с вами. Все Священное Писание указывает на одну личность. Так. От книги «Бытие» до книги «Откровения» – это личность Иисус Христос, который пришел в наш мир, стал человеком, прожил жизнь, полную тягот, страданий, в конце концов умер за грехи наши, был распят и на третий день воскрес. И сегодня является нашим первосвященником, живым на небе, который ходатайствует за нас и ожидает свой спасенный народ и приглашает всех к себе. Спасибо. И книга «Бытие» и книга Откровения — это первая и последняя книги Священного Писания, показывающая начало идеального мира и конец этого мира, и начало снова же идеального мира, благодаря жертве Иисуса Христа. Да, спасибо. Спасибо большое. Спасибо всем за активное участие в обсуждении той важной темы — библейское мировоззрение. Именно библейскому мировоззрению мы должны учить в наших образовательных, христианских образовательных учреждениях. И библейское мировоззрение помогает нам найти ответы на самые сложные вопросы человеческого бытия. Что есть мир? Откуда этот мир? Что есть человек? Откуда человек? Что есть добро? Что есть зло? В чем смысл существования человека, что ждет нас в будущем. На эти и многие другие вопросы Священное Писание помогает найти ответы, которые, безусловно, устроят, удовлетворят всякого мыслящего человека. Мы сегодня прощаемся с вами и ждем следующих встреч. Всего доброго, до свидания.